Ого, ребята, смотрите, сколько их много. А это кто такой? Откуда здесь взялся Эндермен, ребятки? Всем привет, ребятки, меня зовут Споди Дудиду. Это игра Drive Ahead, и мы начинаем наше приключение. Сегодня будет кое-что необычное, так что смотрите, не пропустите. Так, почему-то мы первое поражение терпим, ребятки. Мы же Санта-Кляусик. Ха-ха-ха-ха, вот такие должны быть победы. Ребятки, вот этого ждет прикольчик. Вот это вы просто... Это вам не какие-то секретики. Это более крутое. Так, а мы пока что по той же тактике действуем. А сколько нам нужно голов? Ух ты. Вот это мы выехали. Очень даже круто. Не правда ли? Так, смотри, какая красивая машинка. Да, мы сейчас ее быстро... Как семечку разлускаем-то все. Так, и ну-ка. Кто здесь Санта-Кляус? Все. А, еще одного нужно победить. Да, сейчас мы это сделаем. Ой, акуленок, ты это как-то... Как-то давай это... Вот так вот, да? Вот так вот мне подходит. Так, что это тут сундучок у нас? Так, монеточки собираются. Что у нас там дальше? Эй! А второй уровень... Так, ну, как я понял, нужно идти выигрывать приз, что ли? Давайте попробуем. Так. Ой, не круто. Так, новая каска какая-то выпала. Это машинка. Машинка-роттер простой. Ну, ладно, пускай будет. Так, ну что ж, погнали. Погнали проходить наше задание. Так, что у нас, как разбей как можно больше шлемов. Ну, давайте ох. Нет, эй. Что такое? Так. Ого, ребята, смотрите, сколько их много. А это кто такой? Откуда здесь взялся Эндермен, ребятки? Да что такое-то? Что-то я ничего не пойму. Так. Вторая попытка венчалась неудачей. Ну что же происходит? Ух ты. Тихо. Так, вот это не круто. Меня совсем уж тут столкнули. Как же так? Ой. Ух тышка. Это не совсем приятно. Так. Эй, да сколько это будет проходить сегодня-то? Ну, может, вы как-то отпустите меня. Вау! Да мне уже надоел этот мотоцикл. Дайте мне что-нибудь толковое. На нем что-то не идет, знаете. Ну, бывает такое, да? Так. Ну же. Что, и все? На этом и все. Меня тут эндермены пугают. Какие-то странные тут, откуда они берутся. Ты что делаешь? Человечек в шляпе какой-то непонятной. Может быть, это какой-то такси или курьерчики. Похоже на таксистов, ребят. Только что-то они на своих мопедиках покруче меня катаются. Вот это уже... Так, ну-ка, кто тут крутой самый? Ну-ка, уха... Как меня могла одолеть простая стенка? Это же просто ужас. Ужас. Опля. Вы что, настолько крутые? Ну-ка, сейчас машинку вот эту бэдэнс. Сейчас мы вот так вот раскружимся. Окей. Разбей как можно больше шлемов. Так, Да чё они такие настырные? Как мне с ними сражаться? Мне кто-нибудь... Это чё такое? Ребята? Ну гляньте, смотрите. Так, сейчас должно получиться, но не получилось. Так... Ой, нет, нужно аккуратно было подъехать под эту машинку, она же мне теперь будет мешать. Ай! Так. Почему их стало слишком много? Эх, неудачно.
Так, теперь с этой стороны будет интереснее добираться, я так считаю, да? Да что же это за сумасшедший мотоцикл, который не дает мне просто поехать, сразу падает. Так, ну-ка, давайте-ка его столкнем, а то он... Ух ты, так, поехали побыстренько. Нет, сам падай. Что, полиция и вор? Какой я вор? Откуда он там взялся, а? Это что было-то? Что было-то такое? Что это сегодня не за мотоциклетный день? Вообще что-то не везет нам на мопедах. А, ну... Так, Сколько? Три. Три, и нам просто сразу наезжает на голову какая-то машина, и на этом все заканчивается. А ну-ка, уходи отсюда. Ну, ребят, это ужас. Это просто какой-то крах. Не знаю, не могу пройти. Так, он конечит. Сколько можно меня мучить? Так. Просто этот мотоцикл очень резкий, поэтому... Как-то что ли правильно подойти ко всему. То есть, хотя они как бы вон, в принципе, сами там падают. Я могу просто вокруг поездить. Ну вот и все. И задание поэтому выполнилось. Ну, ребят, хотя бы с этой части все не так уж и плохо. Так, 3 очка. Опять мопедик. Это вы всерьез? Опять мопедик? Вы серьезно так говорите? Нет. Так, что же будет дальше? Опля! Вот это... Ух ты! Ой, кстати, мы неплохо так вышли из ситуации. Так, а вот тут... Пускай... Ой-ой-ой, ну одно очко реально не хватало. Одно очело не хватило. Что делать? Нужно действовать. Так, результат 0. Какой 0? Результат должен быть самый лучший. Ух ты. Так. Все, давай там где-то. Ты какая внезапная смерть, эй. Вот и все. Вот, спасибо. Знаете, просто переждать, да и нормально получится. Так, ух ты. А ты-то что забыл? Ку-ку. Полицейский. Я только кнопочку нажал, и он сразу перевернулся. Ребят, как вы вообще... Как вы играете в эту игру? Вы, наверное, просто профи, да? Вы, наверное, очень крутые, потому что... Чё-то мне она не дается. Вот как-то... Ну вот видите, если бы это был какой-то драгстер хотя бы, либо же просто мощный такой... Воу-воу-воу-воу-воу! Полицейские, полегче! Что-то они на меня слишком нападают, как мне кажется. Так, тихо. Нужна, в общем, карта, в которой... Ух ты. Так, все. А, это же мне надо, чтобы... Ну, как бы попадать по ним, а не просто так, чтобы они сейчас вот улетали. А чем же он задел тогда? Задним крылом, которого даже вроде бы нету. Так, все, один готов. Уах. Быстренько. Отлично. Готово. Так, ну что там закончится, это полиция и вор? Мотобанда, безупречный Голиаф. Ой, все. Все, ребят, проблем сейчас не будет. Ладно, карта неудачная. Немного, да? Ух тышка. Да, ну, мне почему-то кажется, что тут будет легко. Потому что как бы машина такая мощная. Так, синему. А, это просто нужно побеждать или что? Или я все время буду на этой крутой тачке, на которой победить, не знаю, легче всего любого вообще противника. Ты просто едешь и давишь его. Ух ты, танчик. Так, вы знаете, что танчик как бы стреляет же еще? Так, ну долго будем тебя давить. Коляска с пингвином. Как вообще танк не может раздавить коляску? Это же смешно. А тут, видите, в игре они решили сделать... Ух тышка, вот незадача, да? Вот это поворот, братуха. Так, тихо. Ух!
Так. Хм, так он сам. Тихо, тихо. Тихо! Теперь отсюда. Вау! Это было очень круто. Так, я не понял, почему все очки свои потеряли? Вау. Вау. Вот незадача меня не устраивать. Или неужели... А, каждый раз, представляете, каждый раз. У нас нету права на ошибку. Представляете? Так, ну чё ты там застрял, а? Тебя подвинуть. Так, нам нету права на ошибку вообще никакого. Я не знаю, как он там сам пытается. Но мы не будем ему помогать никак. Ну, давай, давай, ладно. Так, есть еще 3 штучки. Угу. Все, поставили на месте, как бы можно и не переживать сильно-таки. А вот только ради такого, что просто перевернется, непонятно в какую сторону, непонятно почему и зачем. Как бы тут только одна претензия, да и все, в принципе. Так, ого. Так, ребятки, что-то нам не заладится. Я думаю, нет смысла продолжать. Мы лучше наберемся сил и пройдем это все немножко позже. А пока что обзаведитесь новой машинкой. Добавьте себе веселого летнего настроения. На канале Спудит Дидут тебя будет ждать продолжение. Всем пока.